Безусловно, кандидат очень достоин звания почетного гражданина города Ачинска, потому что ну, я вообще как бы с большим уважением ко всем производственникам отношусь, особенно таких крупных предприятий. Да? Но вот если мы сейчас проголосуем за и на городском совете примем решение, то есть значит, об этом присуждении высокого звания, да, хотел бы его попросить, может быть, о том, чтобы вот он раньше о предприятии думал, да, об экономии экономике предприятия, его работе, работоспособности и так далее, да. Но вот одну вещь, которую он ставит ему в заслугу, которую он совершил, да, это изменение технологии сжигания мазута при, значит, на технологию сжигания пылеугольной смеси. Да. Считаю, что это решение было принято в угоду экономике, а не в угоду экологии. Поэтому следующее, хочу же, достижение, которое бы он достиг, да, значит, разработал и внедрил на предприятии Ачинском глинозерном комбинате более экологичную технологию, может быть, сжигания газа. Да, разработал, внедрил, а все-таки не сжигание пыли и угля, которое мы и так все здесь задыхаем. Я считаю, что очень важно.